You said the same thing I told ya. My eyes are clear. تشتروا بكوبونات الأواعي والألعاب تشتروهم بالمصاري الكاش العادية. غير هيك هلأ عنا عدد من الكراسي هون، عدد كراسي محدود، اللي حاب يتفضل يقعد بيقدر يقعد، اللي بده يحضر كمان شوي الكونسرت. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. Приехали мы на корейский базар. Это так громко сказано, базар. Я думала, будет и косметика представлена, хотя бы хоть что-то там. В итоге, то, что вы увидите на видео, то там и представлено. Места очень мало, а людей очень много туда идут. Не знаю. Я думала, какие-то там маски найти, хоть что-то интересное. Зато встретила свою подписчицу. Приятно очень. Почему, в принципе, решилась вообще пойти на базар? Потому что я знаю, что был у нас в Иордании международный базар. И там представлены были многие страны. И все девочки выкладывали видео, фото. И было так весело, так классно. Я не знаю, почему мне нигде не высвечивалось объявление о том, что оно было или должно как бы быть. Я, как обычно, то ли, возможно, я мало в Фейсбуке бываю, и мало кто делал так, или, в общем, я это прозевала. Я надеюсь, на следующий год я попаду на это мероприятие, вот. Ну, уровень, конечно, знаете, я так посмотрела, там пришли те, кто, ну, корейцы, господи, и много было арабов, поэтому, мне кажется, там просто так познакомиться, пообщаться, конечно, интересно. Но я ожидала немного другого. Я мало выхожу на такие мероприятия, но как-то надо посещать, потому что дома надоедают, одни и те же места надоедают, и надо как-то развеяться, хочется что-то посмотреть, не знаю. Тоже постоянно на туристические места не накатаюсь, потому что я на многих уже была еще в первые 3 года. В принципе, можно возобновить ощущения. Но посмотрим, как будет получаться. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in. Но мы пришли в галерею Мол. Здесь сейчас акция. Покупаешь за 10 динаров билет и 100 динаров тебе сверху. Где получается, ты можешь или 150, но ты должен потратить их сегодня. Я знаю, что они понимают, что люди это не потратят за сегодня. Но сколько 150 раз кататься, это не знаю, сколько надо. Поэтому, наверное, замануха конкретная. Ну, мы попробуем, хотя, если честно, мне в сети больше нравится. Find a new keeper. I like the way it's been.
mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Наконец-то. Я не знаю, записалась либо нет, либо придется перезаписывать, потому что шумно. У меня голова трещит. Мы вернемся через время, потому что нужно немного отдохнуть, и здесь более прохладно, чем там. Поэтому жарко, Малон в футболке, но ужарился, а я в таком неплотном, но мне очень жарко. Красивый вид сейчас. Ай, курсы? О, Мико, они. Далак Инди. Дани. Очень красивые цвета. Смотрите, как я пришла к девочкам своим. Валя! А, заман. Анжат. Эмта. Имкин шахар саба. Ай, не могла уйти без покупок. Боже, какой там красивый этот спаркельс. Даст. Не, не даст, просто спаркельс. Красивый появился новый, я его приобрела наконец-то. Но у них много чего нету, как обычно. В чем же всегда эта проблема? Ну, ладно, мне Асиль позвонит потом. Когда хочется прийти, когда по деньгам все насобирала, чтобы прийти все сразу купить, в итоге получается, что нету. Здесь мне очень нравится, по крайней мере, мы первый раз пробовали, как его называют, хот-дог. Но это не тот хот-дог. Мы брали целая сосиска, это порезанные сосиски. Видно, они или по-другому стали делать. Нет, внутри целая была сосиска. В общем, была очень вкусная сосиска. И я из-за ради этой сосиски всех уговорила сюда. Не знаю, попробуем это, потому что они ее решили кромсать, ну как, резать. Такое уютное местечко, миленькое. Хочу вам показать, смотрите, какой пигмент. Просто шикарный. Сейчас я вам шоу. Зубному врачу. Я со свекровью просто пришла проверить зубы.
Вот, и хотела исправить этот дефект, который мне 14 лет назад еще пломбировали, там, зуб в Украине, вот. И что-то стало темно, не знаю, свет пропал. И хотела исправить, и как-то там, чтобы было все нормально. На что он мне посмотрел и сказал, что нужно будет отсюда до сюда подпилить, как подпилить, обрезать или подпилить, господи, надо обрезать, скорее всего, так это десна, и только потом сделать, потому что там есть степ, ну так мне сделали, и нужно, в общем, потом только делать, чтобы он был похож на все остальные, потому что со временем, все-таки 14 лет, поменялся цвет, да, и форма изначально мне понравилась, но... Блин, это надо морально готовиться, потому что, мне кажется, он сказал, за час это можно сделать, все абсолютно, но он сказал, готовился как бы, ну, морально, потому что я сказала, что я не готова, например, сейчас это, конечно же, потому что, я не знаю, как для кого, для меня зубные врачи, это просто жесть, и, слава богу, все остальное у меня хорошо, и я прям с облегчением, то есть это моя такая, как бы, можно сказать, прихоть, да, это все сделать, и нужно это... К этому самой же готовиться. О, не знаю. Люди, как вы вот не боитесь к врачам зубным, рвать зубы? Для меня это просто... Я знаю, что есть те, которые боятся, но... Некоторые как-то переваривают это все в себе. Я, например, боюсь. Ну и пока я жду свекро, хочу вам тогда рассказать насчет вопросов, которые попросила мне задавать, что вам интересно. Вы меня в основном спрашивали насчет языка. Язык я как бы... досконально или, как сказать, усовершенствованно, прям, я не знаю. Я могу в кафе, например, в магазине, вот я работаю, я могу объясниться, там, добавляя, если я что-то там забываю, возможно, английские слова, но в основном я больше по-арабски, чем по-английски изъясняюсь, и как бы для меня нету какой-то там страха, уже нету. Раньше я боялась. Например, даже если в магазине, мне муж уже говорит, ну ты же сама спроси, как бы. У меня есть, конечно, в арабском языке есть такие вот окончания, обращения к мальчику и девочке, ну, мужской и женский род отличается. Вот у нас в русском языке и в английском ты – это ты, или you – это для, неважно, девочка-мальчика. А вот у арабов для девочки инти, для мальчиков инта. Иногда, когда ты привыкаешь общаться в основном только с девочками, как в моем случае, мне иногда проскальзывает к мальчику обращение как инти. Я не знаю, как бы я пытаюсь быстро справиться, либо я в голове пытаюсь немного перестроиться, потому что в основном мы говорим в семье на русском языке, поэтому у меня есть, знаете, торможение в изучении. Как бы если бы все говорили, вот как есть девочки, которые приезжают чисто в арабскую семью, у них быстрее идет язык, потому что у них окружение полностью на арабском, им приходится как-то приспосабливаться, и они быстрее начинают учить, быстрее в этом разбираются. Мне немного, конечно же, это, ну, заторможено, в основном на работе идет практика. Конечно же, первое время я всегда приходила домой, спрашивала какие-то фразы, записывала все на листочки русскими буковками, спрашивала произношение, как сказать, как ответить. У меня раньше была прям тетрадочка, но в итоге я потом быстро эту тетрадочку забросила, но через полгода, и уже начала как-то все само-само, пыталась там, на что похоже там это слово, как там правильно. Например, первый раз сказали и забыла, там через время я уже его хорошо помню. То есть это все приходит, конечно же, с практикой. Еще я хотела сказать то, что есть арабский язык литературный и есть арабский язык разговорный. Вот мне многие говорят, я в Украине ходила на курсы. Вам, скорее всего, на курсах преподавали литературный арабский язык, тот, который используется в медиа, газеты, книги, телевидение, радио иногда. Ну, то есть... То, это тот язык, который понимают все арабы в разных странах. Египет, то есть это все, он, мультики там идут, да, для деток, они все идут на литературном. Но если вы приедете в Иорданию, вы будете, никто не будет с вами разговаривать на литературном арабском. И даже если вы будете, вот как вы выучили там на курсах, обращаться по литературному, да, вас поймут, конечно же, они же как-то же телевизор смотрят, правильно? Но отвечать вам будет на разговорном, никто не будет с вами общаться на литературном языке. Вот в чем сложно, что
Девочки иногда так вот углубляются в эти курсы, говорят, как сложно, как это, потом приезжают сюда, и у некоторых начинает ступор, потому что все-таки не так немного говорят. Я не говорю, что все слова другие. Нет, есть слова, которые похожи, то есть вы сможете понять. Но в итоге все же разговорный, он другой. Вот поэтому как распознают, откуда ты, с Египта, с Сирии, потому что разговорный, опять же, это диалект будет, можно сказать. Вот можно понять. Поэтому так. Не переживайте, те, кто будет сюда, я видела некоторых, конечно, которые по 20 лет живут и плохо знают арабский, но в итоге, знаете еще в чем, если вы хорошо знаете английский, у вас не всегда есть надобность разговаривать на арабском, и тоже идет заторможение изучения арабского, потому что здесь многие говорят на английском, и вам проще будет все равно на английском, и бывает, что тоже, да, арабский немного плохо, но если вы можете свои мысли сказать на английском, почему бы нет? Потому что английский здесь как второй национальный, можно сказать. Вот, в итоге не бойтесь, потому что все будет нормально, как все приезжают, у меня свекровь вообще хорошо разговаривает, хотя она мне сказала, что поначалу 3 года она вообще не разговаривала на арабском, очень плохо, то есть она сказала, что у меня быстрее почему-то пошло. Но сейчас я затормозилась. Вот, так что спрашивайте, не бойтесь, если вы где-то будете говорить что-то неправильно, вас поправят. На работе, вот сколько я пришла, работала на работе без знания арабского, то есть я пришла вообще там минимум, привет, как дела, и по-английски, извините меня, школьный уровень, все знают, какой бывает школьный уровень, сейчас более сильные школы с английским, раньше как-то. Так вот, меня очень многие, вот первая работа, вторая, третья, меня учили, они любят учить, они любят объяснять, то есть мы всегда сидели, что-то там писали, когда не было там клиентов или еще что-то, так что не переживай. Вот, дождалась. Литературный язык, он не поможет. Да, не поможет. Потому что общаться, ну это так, читать новости, телевидение, фильмы, может какие-то. То, что вы редко будете, все, да. А вас, ну да, вас поймут, но будут смеяться. И немногие, кстати, арабы даже здесь хорошо, правильно могут, да, на литературном излагать если речь. Если вы выучили литературный, ну, может быть, это поможет он в жизни, я не знаю, но разговорный, в основном разговорный. Ну, литературный, да, если работать по специальности, да, там документы, все это понятно. А в быту только разговорные, они абсолютно отличаются. Так что вот. И разговорный выучишь только в общении. Общаться, слушать, что говорят, пытаться там повторять, переводить. Не знаю. Ну вот, мне видишь. Просто по жизни литературный не пригодится здесь. Просто по специальности не работала, и он не может как таковой. Мне хватило разговорного, и лучше его знать хорошо, как по мне. Так что, видите, не сильно не ходите там в Украине, в России на курсы, углубляйтесь, не переживайте то, что у вас не получается. Если у вас не будет связана профессия с документацией, выучат. Тогда? А? Любой иностранный язык, если ты живешь в стране, ты его выучишь. Да, не переживай. И любой, в любую страну, если поедешь, ты в конце концов будешь понимать и говорить потихоньку. На это у кого-то уходит 5 лет, у кого-то 10, но это все-таки если в плане... У меня 3. Вот 3. У меня я здесь 4, но я не в совершенстве говорю. Но все первые 3 года я думала, что никогда в жизни я не выучу этот язык. Нет, нам вообще туда. Да. Так что все, не переживайте, все будет хорошо. И вот, и все. Вот что могу. Америку не открою. Да что мне за фраза эта Америка? Мы сейчас в аптеку зайдем. В общем, не переживайте, все будет хорошо. Страна нормальная, цивилизованная. Конечно, опять же, где будете жить? Панадола нет. Ну, значит, он не нужен. I think we're made of something.